Пошло вроде. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Прямой эфир из Кисловодска. Смотрите, что у нас здесь происходит на проспекте Победы. Там строители строят развлекательный центр. Или это не развлекательный центр? Что они строят, я забыл. Короче, место кинотеатра. Здесь дорогу перекрыли. Короче, смотрите, ни одной машины нет. У нас цирковое представление будет. Закрытие сезона, да? Циркового. Так это называется? Как ты не знаешь? А что у нас людей никого нет, не пойму. Вот один человек хоть появился. Как слышно, как видно. У нас здесь цирковая вот ханалия происходит. Сейчас будет что-то происходить. Оловянные солдатики. Напишите, как видно, как слышно. Проспект перекрыт. Сейчас будет происходить закрытие циркового сезона. А, не вот он. 30 рус, Серега, привет, привет. Привет, банда. Норм, все, да? Все нормально, как писали. А то звука, блин, нет, то видео нет, то цирка нет, то жары нет, то еще какая-нибудь фигня. Они с тронер стоят так уже, да? Как они отличают? Как она их отличает? Они же все одинаковые. Денис Иванов, нормально все. Все отлично. Всем привет. Вот у нас, видите, здесь что происходит? Вот администрация. В городе Кисловодске. Там у нас цирк. И сейчас будет у нас шествие цирковое происходить в сторону курортного бульвара. Сейчас закрытие, а было открытие, говорят. Я не знал ни про какое открытие. Вот узнал про закрытие только вчера. Вот решил прийти стрим снять. Пяти нет еще? Пяти нет? Без пяти? Пойдем туда, пройдем. Посмотрим. Сейчас типа парад будет, наверное. Здесь стройка кипит, видите? Сейчас покажу. Место заброшенного кинотеатра России. Я лучше. Что там написали? Все скрыто за забором. А там дальше. Гочи. Я. Евский, где я учился когда-то. Добрый день, Сергей. Жалко, что после нашего отъезда начались интересные мероприятия. Да, о, смотрите, там как раз интересное мероприятие начинается. О, вот эти привет всем. Когда с мамой ходили, они там были. Какие два чувака?
Вон который в оранжевых штанах и зелененькая рядом с ним. Оранжевые штаны? Усач. А, с большими усами? Да. Смотрите, сколько этих клоунов. Верблюда даже вон припахали. А чего мы туда не можем перелезть? Да не надо, давай здесь посмотрим. Вроде сигнал нормальный показывает. Верблюды, смотри, такие астраханские. Мы, короче, вовремя успели. Вот эти наряды тоже были, видишь, девушки. Так они все же эти. Ну, в принципе, привет. Зачёрт. Привет. Вон, верблюда. Именно оттуда. Далеко, не видно ничего. Вон, пролезь в дырку здесь. Я хочу, я верблюдов хочу смотреть. Там смотри, какие рыбы. Рыбы, смотри, какие. У них, у них из живота рыба растет, смотри. Питон, смотри, питон. Живой, настоящий. А вон у того тоже. Спроси. Да настоящий, я вижу, что-нибудь. Цирковая демонстрация, короче. Че, пошли что ли уже? Какой ужас. Я не знаю, где идти-то лучше. С верблюдами, может быть. А там еще вон наездники на конях. Вон телевидение. Какому молодому человеку говорят, не знаю. Тут все молодые. Пойдем, мне будет только впереди. Эх, меня на верблюда посадили бы, я нормально там снимал. Привет, привет. Алена Василькова, добрый день, привет. Вот видите, прогулка с верблюдами сегодня у нас. Они не понимают, куда их ведут. Мне вот это нравится, вот фиолетовый, смотрите, это кто такой? Чудо-юдо. Рыба-кот. Осьминог. Она летит. Вон звезда морская. А вот это осьминог. А это чами. Жонглеры. О, смотрите, какие кони прикольные. Машка. С махнушками. Вы какие красавцы. Вот нужно было запеть вот так. Мечах. Они типа в рот мечи. Ничего, не проткнулись или? Потом друг на друга встали. Вот так вот. Острия мечей вот так вот свели. Постоянно. Смотри, какие у них хвосты у этих вот сзади. На лошадях, которые. Нормально у нас прогулка сегодня, да? Смотрите. Если спешить.
Мы сейчас их обгоним всех. Это не я, это лошади, если что. Смотри, такая мощная. Мощная лошадка. Есть. Я видел, я снял. Интересно будет в конце. Пойдем, а то сейчас нас обручами заденут. А эти по... Что у нас стучит так? А, они в барабан? Они в барабан что ли долбят? Там вон телевидение, вон одно сплошное телевидение. А вон этот Моисеев идет. В 5 метрах от нас. Надо уйти от этого сплошного телевидения, я его терпеть не могу. Вот он, вот он. Мэр Кисловодск. Голубой рубашки. Редко. Чего остановились-то? Так хорошо шли. Так они встали. Пошли и обгоним их сюда. Пользуясь случаем, что они стоят, мы обгоним. Блин, что-то липкое. Пойдем вон туда, вон. Вот здесь вот по траве. Смотри, я куда-то лез в липкую какую-то фигню. У меня смола какая-то. Сосновая. Дарит, остановись. Всем привет. Татьяна Федорова, привет. Вот у нас, смотрите, здесь что происходит. Я в лес? 21 человек у нас. Какие красивые у них шляпы там, да? Ой, шляпы какие красивые. Не то, что ты видел? Дорога открыта. Где там? Мюзикл X, здорово, привет. Мне кажется, здесь народу больше, да? Вот они. Сары. Барабанщики, наверное, не 40-е. Хоть дудку какую-нибудь одну бы еще добавили. Там вон дудка есть. Ну там вон клоун какой-то. На дудке играет. Ну, надо посмотреть.
третий центр. Давай здесь встань пока. Давай. Надо нам всех посмотреть. Это местный цирк, да, наш. Вроде бы. Вот этот. Одно сплошное телевидение. Глобусы, смотри, начинают ничего. Самое интересное, это, наверное, жонглеры. Они хоть идут и что-то делают. Да? Вот там обручи и жонглеры. Если мы уйдем, мы наверху туда залезут, я уверен. В сторону, дальше. Все хотят еще. Конечно. Что, лошадей хотят? Чтоб лошади не затоптались, чтобы выгонять. Что за кипиш? Это типа этот. Закрытие циркового сезона. Вроде бы открытие также бывает. А теперь закрытие. Я вот первый раз только узнал, что такая вакханалия происходит два раза в год. Спасибо. Вот смотри, Снежная Королева. Все, это, короче, цыгане последние. А вот эти черные были в цирке? Да, это шахты. А что они делали? Отрывали. Не сали просто? Ну, пока вот эти короли шахматы, я рассказывала, что они сходили по шахматы на дне. Типа, видимо, там представление, это... игра, и постепенно пропадали. Сначала пешки станцевали, ушли, потом станцевали кони, ушли, потом станцевали слоны, ушли. Мой 6-й лайк был. А что так мало-то ж? Я уже думал 66-й, а только 6-й. Смотри, какие у них эти соболя-песцы. Или кто это? Сейчас лошадь будет беситься. Наверное, людей испугался. Бывает такое, что лошадь начинает беситься и кого-нибудь потопчет по пути. Пошли вот здесь по травке. Пользуясь случаем, сегодня можно по травке проходить. А вон это, олимпийские кольца. Что-то сигнал плоховатый у нас, наверное, лагает там. На йоту транслирую. Йота вроде лучше всех работает.
она же мегафон. 28 человек на стриме. А лайков 6, да, всего? Куда лайки подевались? Я, наверное, единственная из Кисловодска в прямом эфире транслирую. Почему телевидение тоже транслирует? Нет, это она не в прямом эфире, они в записи показывают. Они потом смонтируют и покажут в новостях каких-нибудь. Секунд 10. О, мужик, догнали, смотри. Давайте два. Сколько операторов здесь? Количество операторов на 1 квадратный метр зашкаливает. Со всех сторон снимают. Короче, попутно еще эти рекламу цирка дают. Выдают эти. Пригласительные. О, не пригласительные. Ну, реклама, да? Что там, покажи. По 3 сентября. А что за... Что-то врут. 3 сентября же будет цирк. Какое закрытие? А мне сказали, что закрытие. Обманули. Короче, одновременно реклама, в общем. О, шнурок развязался. Я, кстати, только подумал. Думал, у меня вроде бы шнурок развязался. Оказывается, так и есть. Правильно я подумал, значит. Куда еще штуки не завязали? Ну, пошли. Стоять. В строю. К тому же дырка в барабане скоро будет. Что говоришь? Мы с ними идем. Мы прям с ними идем. Может, с клоунами хоть пойти? С клоунами пойдем теперь. Все, мы встали, и они встали, смотри. Они пошли. Почему у них такие задницы здоровые? А ботинки не очень смешные. У Никулина самые клевые ботинки были. Самые смешные в мире. Того мы проезжей часть сидим, еще и по встречке
Смотри, там сколько уже стоят людей. На мосту. Там мост рухнет. Снежинка. Давай, пойдем вон там. Сейчас их спереди заснимем. Вот как раз самое клевое место мы нашли. Сейчас она кого-нибудь отоварит еще нечаянно. Ловите, обручайно. Лошади боятся, бедные. А что, животик? Вот самокат еще. Самокат у нас самый последний. Три цикл. Как нам сделать, чтобы нам быстро пойти? Наверное, только вот так вот. А то вдруг мы пропустим все самое интересное. Чего они там встали? Не, они встали, потому что там это узко было, наверное. Пробка образовалась. Не, лучше здесь идти. Цветочки вон подснимем. Как вам цветочки? На курортном бульваре мы уже. Он откуда снимает? С крыши аж. На крышу залез мужик. Галы. А? Чего не видно? Да сейчас они там где-нибудь встанут. Они возле этой. Они, по-моему, галереи. Нарзан и галереи, мне кажется, они сейчас встанут. Там уже размер такой более-менее встать может. О, смотрите. Квадрокоптер. Жужжит. Как пчела. Вот там еще один летает. Два штуки. Наконец-то. Тут что-то узнаваемое начали играть. Вон на самокатах катается, пожалуйста. Оговорили, запретили. 8. Знак, говорит, повесили, что на самокат. Вот, смотрите, раз квадрик, два квадрик. Надо сбить один. Башмак снять.
кокошниками. Верблюды спокойнее всех. Вообще чуть-чуть как в деревне. Что, здесь тоже? А что, все на красный идут? А, здесь перекрыли, пока все пройдут, наверное. На красный можно идти. По газонам не ходить, куда? Чего вы молчите все? Хоть лайки какие-нибудь поставили бы. Сколько лайков, я вообще не вижу. Ни грамма. А в меня не показывают их. Что-то показывают, а какую-то ненужную всю фигню показывают. А что надо, не показывать. Вон фонтан, смотрите. И музыка нам не нужна пока. Тем более такую. О, правильно сделал, что вырубили. Там сейчас этот, спотыкаться об них. И отсюда нормально видно. Сейчас мы их обгоним. А это может тот же. Что-то квадрокоптеры здесь разлетались. Помахай квадрокоптером. Эти одинаковые, кокошниках шпаклеванные вообще, все на одно лицо, да? Кокошниках шпаклевали одинаково всех. Их даже не отличишь друг от друга. Или по росту. Так, что-то написали там мне. Так, в вашем цирке моя подружка обматерила собаку Олега Попова. Та на нее лаяла, а Попов ругался с директором за грязь, и моей подружке досталось. Ага. Это, наверное, очень давно было, да? Олег Попова уже сколько нет живых. Он, по-моему, в США эмигрировал в 90-х, наверное. Лет 15 назад умер, по-моему. Сколько народу? Я не был в цирке в этом еще ни разу. Мне еще не посчастливилось быть в цирке в Саводском. Вон Чебурашка. Замерз, бедный. Тебя зовут. Чебуреки, Чебоксары. Здесь квадрокоптер. Он сейчас... И вон еще один. Смотри, сколько тут. Квадрокоптер. Штук 6-7, наверное, да? В общей сложности. Смотрите, красота.
здесь может быть? Чего они так, как так людей выстроили здесь? А, ну значит здесь будет. А я что-то подумал, что с той стороны. Жаль, нельзя поставить несколько лайков. Очень красиво. Вас спасибо за это. Жаль, что мы далековато от Кисловодска. Пожалуйста. А все слышно, все нормально? У меня что-то какая-то фигня вылезла. Непонятно, я ее закрыл. Блин, а здесь мы как? Тут ничего не едет. Давай руку. Блин, там солнце. Оно в ту сторону. Фонтаны? Вот солнце. У нас снимать так плохо будет. Вот солнце. Блин, на руку. Как-то на каком-то мероприятии было столько же. Я думал, приду, а никого. Оказывается, Ставропольский край весь здесь сегодня. Против шерсти трудно пройти. Вот смотрите, Моисеев. Где бы нам притулиться, чтобы все видно было? Купите бочку? У меня вода, если что, есть. Свои бутылки. Здравствуйте. Пошли. Не знаю, а там что-нибудь видно, где он стоит? Ладно, стойте здесь. Блин, я только руку могу вытянуть. Что там происходит? Говорите хоть. То я не вижу. Так, что-то написали. Все очень хорошо слышно. Вот, нормально. А то какая-то фигня вылезла. Нормально было бы на том балкончике, где Маяковский стихи читал. Там бы постоять, не снимать. Но туда никто и не пустит. Вон там двое. Что-то, наверное, здесь будет показывать сейчас. Интересно. А может быть, они будут. Так, пока там ничего не начинается, они просто стоят. Пойти, может, на Розанчику пока хлебнуть? Как вы думаете? Все равно пока еще ничего нет там.
О, у меня тоже шнурок развязался. Сейчас. Сейчас попью. Пить охот. Градусов 27, наверное, 26 сейчас. Температура. Так, открыт там у нас на зону галерей? Открыт. Сейчас мы... Пока у нас как бы рекламную паузу. Посмотрим. С голосом Коревич он сидит. Я, быть может, обрету. Лягушки. Сейчас зайдем, попьем, потом пойдем. Как раз там раскочегарится они к этому времени. Здесь-то, здесь только, конечно, выходить можно. Нарзанные галереи. Так, надо стакан сполоснуть перед злоупотреблением. Что у нас сегодня выставки? Вроде бы ничего такого. Опа. Я цирк люблю. Эпер. Большое здоровье. Цирк. Люблю цирк, когда животных нет. С животными терпеть не могу цирк. Ох. Самый термоядерный. Нарзанчик. Все, выходим. О, стаканчик сейчас. Смотрите, какая туя. Цветы. Здесь Чебурашку снимали на этом месте. Вот там началось как раз. А вот здесь вот этот кондитерский павильон стоял. Вот на этом месте вот. Прямо по курсу. Первый этаж снимешь, так? За съемок. Кони-то куда делись? А, и кони там тоже стоят. Пока не слышу, что-то там бормочет. Видишь там? Видишь? Уточню. Руши на камеру. О, отлично. Спасибо. Здесь Сергей, если не трудно, пройтись как-нибудь мимо моего медучилища. Это Алиева 37. Сейчас колледж. Пройдемся как-нибудь. Но я там как-то на стриме проходил один раз. Как-нибудь пройдемся. Но не сегодня, естественно. Опа. Кайф, контент. Блин.
Чего у меня на экране ничего? Гор. Спасибо большое за донат. Я, правда, не успел увидеть текст и услышать. А там Моисеев там выступает. Да там оттуда лучше всего. И продвижение циркового искусства России главу города-курорта Кисловодска Евгения Ивановича Моисеева и председателя городской думы Любовь Николаевну Волошину. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу сказать два слова. Я счастлив, что старинная цирковая традиция, это старинная цирковая традиция кавалькада, здесь мы ее возобновили. Это, безусловно, заслуга Евгения Ивановича Моисеева, который мне предложил сделать и организовать совместно с компанией «Росгосцирк» и Любовь Николаевна Волошина. Они нас поддержали, и вот эта кавалькада уже вторая. Большое спасибо за донат. Мы проводим уже вторую кавалькаду. Я надеюсь, что это будет ежегодная добрая традиция, и мы с удовольствием принимаем ваше предложение. И всегда артисты компании «Росгосцирк». Спасибо за трансляцию. Спасибо большое за донат. Принимают участие в этом уникальном карнавале кавалькада. Дорогие друзья, я хочу сказать огромное спасибо всем вам за то, что вы сегодня в таком количестве на этом замечательном празднике, празднике цирка, в этом уникальном, историческом, красивом курортном городе Кисловодске. Спасибо, что вы пришли. Дорогие друзья, сегодня я не могу это не сказать, пользуясь случаем, мы очень любим этого человека, это друг нашего цирка, человек, который очень много помогает цирку. Сегодня у Любовь Николаевны Волошиной день рождения. И мы хотим поздравить, я думаю, что вы все присоединитесь к поздравлениям. Любовь Николаевна, спасибо вам за все. Долгие-долгие лета вам. Дорогие друзья, еще два слова. Вы знаете, я очень рад, что в этом замечательном крае очень много моих земляков. Я вырос, родился в Тбилиси, в Грузии. И здесь строится прекрасная грузинская церковь Святой Нино. И в прошлом году у меня была честь, когда меня грузинская община во главе Петра Лобжаницы, который сегодня, Петр, можно вас, находится здесь, пригласила меня. Я увидел, как строится этот великий храм. И я заложил камень строительства этого уникального храма. И вы знаете, я хочу вам официально передать пожертвование на строительство этого храма от продюсерского центра «Королевский цирк», от компании «Росгосцирк». Я очень надеюсь и рад, что эта церковь будет достроена, и в Кисловодске будет великий грузинский храм. Уважаемые друзья, гости нашего прекрасного города, курорта Кисловодска, Камарджу Баксин. И я пришел как гость, но сегодня сам Бог мне послал столько людей, столько приятных эмоций. И наш глава города, председатель дома с днем рождения, Любовь Николаевна, наши большие гости здесь присутствуют рядом. И Успенский пост завтрашнего дня начинается, и Господь отдал такую благодать на строительство нашего храма, на строительство наших
мечетей, наших синагог. Дай Бог всем здоровья и рад за вам низкий поклон и большое уважение от всего народа грузин Российской Федерации. Спасибо большое. Ну что, позвольте мне тогда начать нашу замечательную кавалькаду «Карнавал» и позвольте мне открыть наш цирковой карнавал. Мы вам покажем то, что мы можем показать на этой площадке. А большой цирковой легендарный коллектив «Пять континентов» будет на гастролях до 3 числа в Кисловодском государственном цирке. Ждем вас в цирк на наше большое цирковое шоу «Пять континентов». Мы начинаем. Спасибо. Ребята, братва! Мы же банда! Аплодисменты!
вы все прекрасны. Именно такими аплодисментами мы будем встречать каждый номер. Сегодня всех поровну. Сегодня общий праздник. Сегодня нет ни места, ни места. Да, но этими аплодисментами мы встречаем каждый номер 5 континентов. Аплодисменты! Ну, да, хорошо. Друзья, мы для вас сегодня приготовили маленький, но очень симпатичный музыкальный сюрприз. Ты была прошу. Пожалуйста, маленький музыкальный. Да. Это музыкальный инструмент. Только маэстро, мы готовы, прошу вас. Yeah.
артисты с тобой, вот публика наша. И ты такая, смотри, раз, два, три, четыре, и комплимент! Давай! Я туда выйду, боятся. Смотрите, быстро! А вы
мы тоже не хотим внимания и на них не принимали. Как вам представление? Можем, в принципе, с ними до цирка прогуляться. Обратно. Нам все равно в ту сторону. У меня руки, короче, накачал. Пришлось на вытянутой руке все показывать. Сам почти ничего не видел. Час 23 идет. Так, здесь вообще не пройти. Вот. Чебуреки, Чебоксары. Самые назад там, что было и вперед.
нормальная реклама цирка. Билетов продадут процентов на 30 больше. Закончится мероприятие. Заводите, пожалуйста, проход. Руку побыстрее. Успели? Мы-то успели. Машины не пускают. А что-то сегодня случилось? Да нет, это цирк рекламирует. Смотрите, розы какие, желтые. Что, проводим до цирка, что ли? Вот вам привет передает. Привет!
прям хочет бежать, а его не дают. Так, все, что я стою-то? А мы идем дальше. Корона, вирус. Я на него посмотрел, погладить хотел наш. Это не прямо. Вот так. Снимают как? Ну-ка, я сбросил. Розы тоже вот. Немножко подъели уже. Вечерняя прогулка у вас начинается. Тоже все перекрыто, смотрите. Там пробка, конечно. Спасибо большое за ваш стрим. Пожалуйста. Машины нет. Редко такое бывает. Нам все равно туда же идти, в ту же сторону. А транспорт здесь весь день ходит, все перекрыто. Смотрите, там фуры перекрыли даже дорогу. Туда, на Горького. Чуть-чуть побыстрее мы идем. Молодой типа человек. Блять, сек ебаный. Левый тоже походу. Дорогу не выходите. Только не выходите сюда, хорошо, детишки, а то там лошади не дают.
тех, кто не сначала смотрел, короче. Девушка, правее, пожалуйста. Конешками пройдем. Давайте быстрее идите, чего так медленно? Я так медленно не могу. Что там осталось? Метров 400. За цирк. Где много сопровождающих, смотрите. Вот смотри.
бедные животные. Пожалуйста, покажите глобус. Который вот этот вот? Так он же давно не глобус. Ну, покажем сейчас. Сейчас. Вот, смотрите. Слышал, что его глобус обзывали раньше? Там перекресток на первом этаже, на втором моем видео. Там аптека, всякие магазины. МТСа нет здесь. Мегафон Билайн. Товары там, типа, ну, небольшой торговый центр. Спасибо всем, кто лайки поставил, всем, кто донатил. Спасибо всем, кто смотрел. Нужна рыба. Пальцы отваливаются, трахтят. Барабан. Мы все равно идем в ту же сторону, в сторону дома. Кроме как, по-моему, пешком сейчас ни на чем не увидим. Ну да, по-английски. Я еще и не вижу. То же самое, или только имя поменяли. А я не знаю, как раньше было, когда был глобус. Я-то здесь только 2 года. Посадом дорогу переградили. Машину. По-английски переведите кто-нибудь, что написано. Сегодня неплохой сегодня стрим, я считаю, был. Я тоже так медленно не могу идти. Thank you.
куда поскакал. Вот цирк. А вот смотрите, строят место кинотеатра «Россия». Снесли и строят теперь развлекательный какой-то там центр. Не торговый вроде бы. Вернуться, Илья. У тебя новый шикарный начальник. У тебя будет новый Антон Иванович Беликов. Короче, у меня к тебе два предложения. Значит, во-первых, во-вторых, желательно же поехать на СТО. У меня только два предложения, которые руководство просто принести за. Машины стоят, они что, направо не могут уйти? Ага, направо уходит. Да, сегодня проблема для автолюбителей, водителей. Собой перекрыли. Там на весь день, наверное, вообще пробка. Чуть ли не до Ессентуков, наверное. Фуру перенести, Вадим Юрьевич, я смотрел это. Давай, попробуй. Давайте, где мы? Где они пойдут тебе? Колымагу. Здесь вот, наверное, пойдут. Ага, тоже убирают. А вот и конечная точка. Цирк. Было не отодвигать, они так прошли. Сейчас здесь встанем и снимать. Вот с такого ракурса. Детям-то не надо в цирк, или не цирковые барабанщики. А те туда пошли. Детское кафе. Как у вас был эффект присутствия? Передаю привет гаишнику из Баку. Конец представления. Все, давайте всем пока. Подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен.
ссылка в описании. Там видео выходит в первую очередь. Ладно, всем пока. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто донатил. Спасибо, кто лайки ставил.